Да можно вообще дурачиться! А лопать! Все, оставь, оставь! Они пальцами! Приветики, друзья! Вы на канале Элитстар! И сегодня у нас супер челлендж! Со мной будет играть моя мама и мой братик! И суть в том... Суть в том, что вот эти вот шары, есть некоторые пустые, а некоторые есть с сюрпризом. Сюрприз такой, что там есть мука. Мы будем иголочкой угадывать циферку, выбирать ее, и иголочкой брать шарик и прокалывать над головой. Давайте начнем. Поехали. Первый? Так, кто первый? Давай, Калинка. Младшенькая, давай, выбирай. Подожди, подожди, я покажу ребяткам. Давай. Веселей. Давай, 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 еще, 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 давай, давай. Ну ладно, хитруля. Давай, давай, покажи на камеру какой-то. Это... Цифра 7. Да. Где мы, семерочка? Давайте будем искать. Семерочка. Вот она, вот она, вот она. Это? Да. Нет, это 17. Ну давай, давай. Сережа, помогай. Помогай. Надо будет шарики все поискать. Да. 4. И 7. 15, 10. Ну, кто первый найдет? Я добыл. Я нашел. Нашел? Да, 7. Я 6 нашла. 7. Ой. Так, Алинка, похоже, что он пустой. Ты должна глазки закрывать. Вставай. Я боюсь. Вставай, вставай. Раз. Нет, не бойся, не будет звук. Я давайте вот так. Давай, давай. Повернись на камеру. 2, 3. Звук был сильный. Я боялась. Так, теперь дальше. Теперь Сережа. Давай, Сережа. Давай. Давай. Давай хорошенько. Сережа ничего не знает. Так. Число 17. Вот оно, красненькое. Вот. Красненькое. Так. Помогай. Закрывай глаза, давай. А может переиграть? Давай, давай, может переиграть? Нет. Да я как всегда. Да я... Так, закрывай глаза. Класс. Алинка, ты я как всегда. Будет звук. Снегом посыпали. Давай. Да. Перемешивай. И убирай. Я закрываю глаза. Какой тебе? Ой-ой-ой, с мукой, наверное. Подпиши. 14. Мое любимое число. 14. Вот это. А, класс. Давай, Сережа, иголочка тебе. Давайте вдвоем, держите нас над головой. Ну и что? Ты тоже получишь сейчас под это? Нет, Алина, нет, подвинься, подвинься. Давай держать. Да что ты мне так прям выше, тоже? Выше? Да. Алинка, ты тоже хочешь? Класс, класс. Конфетти, конфетти, давайте дальше. Так, ты? Алинка, ладно. Давай. Давай, быстрее, быстрее. Сейчас. Два. Где два? А Алинке постоянно везет. У нас это... Я знаю, я помню, я писала, я помню, вижу, что два было без муки. Или это пять? Вот два. Давай, Сереж, ты. Я держу. Алинка, встань чуть-чуть выше. Иголки только. Мы здесь все уже в этом. Теперь так. Сережа. Ага. Давай, давай быстрее, Сережек. Выбирай. Покажи на камеру, какое число. А такое? Число у меня. Шесть. Шесть или девять.
Покажи. Вот оно, как раз возле тебя. Ну, пускай будет 6. Возле тебя. Давай. Шарика меньше. Ах, мы какие нарядные. Давай. Я с тобой. А ты опять хочешь подождик, да? Угу. Ну, ладно. Когда будет у него дружеская мука, ты тоже поможешь ему, да? Нет. Лева. У нас вечеринки. Да. А не я? Ой. Так, пропустили ход. Ну, давай. Так, вот это у нас уже, которые были. Сейчас. Только с мукой. Ну, ребятки. О, нет. 18. О, oh, no. Где? Ух, а эти большие цифры. Вот она. Могу сама себе проколоть. Да. Но здесь весь диван в конфетти. Все, не трожь меня. Да. Давай. И все. Просто будет звук. Я появилась. Так, теперь кто? Алинка. Давай. Да, давай. Что там? 15. Это уже что-то такое серьезненькое. 15. Вот 15. Вот 15. Давай. Я опять лопаю. Над Алинкой. Ах, сейчас мне будет мука, чувствую я. Я теперь мешаю. Выбирай. Как ты носишь? Выбирай. Вот это. Уже бумажек меньше. Ты мне показывает. 10, у меня 10. А, вот 10. Нет. Да. Да, у тебя подарочек с мукой. Повезло. А кому еще она мука будет? Спасибо. Надя, помимо ешь лапну. Малик. Так, только повыше. Повыше. Можно я по столу? Нет, и можно я по столу? Пожалуйста. Можно я по столу? Но я не хочу. Ну, пожалуйста. Алинка, ты выйди. Вас не бойся. Алинка, ты пока что выйди. Куда? Во двор. Я пошла. Куда? Пойди погулять. Давай. Сережа, будь добрый. Не надо. Здесь. Куда она пошла? Не знаю. Ну точно не на маму. Мне на тапок, в общем. Класс. У тебя любимое слово тапок. Да. Они все такие махнатые, да? Покажи тапок. Покажи тапок, подожди, сядь, покажи тапок. Зачем именно тебе тапок? Тапок в муке. Ты себе сделал, хорошо. Будет тепло. Уже шарики меньше, его мало. Так, теперь ты, да? Да. Ух ты, Алинка, я не знаю, как тебя отмою. Вот это всего. 8, я где-то... Мне как везет, вот. Сейчас будет тебе мука, повезет. Давай. Алинка, мы с тобой. Тобой что-то еще. Пусто? Неужели? Да, Алинке везет. Достаточно твоя голова в конфетке. А где 8? Только не... голову ей не приколи. Теперь мама. Ой, Сережа. Ой, ваша мама. Что? Сережа. Да. Я уже только спасибо. Что... Давай, выбирай. Здесь пол весь. Что здесь у меня? 16. Да, такое это было. Вот она, ой, вот да. Она, вот. Я с ним. Сережа уже боится. Давай. Он не боится, он просто... Привет. Подарочком. Уже было. Она просто... Поддержка! Мамочка! Мамочка вот такое. Дай тебе мука.
Опять две муки? Может, ты хочешь? Сколько муки уже было? Это же последняя. У нас было две муки. Друзья, это все мое еще. Это все мое. Дарю. Нет, я не буду держать над собой. На. А ты выходи. Может, ты придешь? Когда мука, она не поддержит. Спасайся. Я, ребятки, еще здесь. Я посмотрю. Сереж, повыше. И на маму, что было. А не только на маму, а на всех. Снег! Она брызнула. Это снег. Снег. Постоянно. Давайте дальше. Дальше. Идите, снежинки. Да, было хорошо. Так, ребятки, а теперь... Я. Стоп. Ну как Ленька, сказать? Смотри. У нас было три. Три уже закончилось. Я предлагаю сделать другое. Давайте вы, я вам дам, например, один большой остался, да? Давайте я вам дам вот этих два, под номером 1, под номером 19. А вы, кто первый пробьет, только без иглы и без ничего? Нет! Давай! Нет! А почему? Не хочу! А почему? Не хочу! Кто первый? Просто, это уже не челлендж. Челлендж, короче, победила я. Нет, я! Да, я победила! Я! Я два раза на голову мучила! Но я тебе на голову сделаю! А можно мне один раз лопнуть? Ну, пожалуйста, лопай! Может, я ничего не лопаю? Да можно вообще дурачиться! А лопать! Все, ставь! Они пальцами! Наш Самсон проснулся! Все, а я оставлю на потом! Так, ребятки. Есть шарики? Нет, уже все. Закончилось. Конфетти у нас. Вот такой у нас порядочек остался. Ладно, Алинка победила. Поэтому ей шарик подарим. Пока что вознаграждение. Мы тебя поздравляем. А ты говори. Ты должна говорить, Лида. Всем пока. Подписывайтесь на канал Элин Стар. Всех люблю. Всем пока. Пока-пока. Нет, заходите, да, к нам в гости. Так, пока. Мы вам очень рады. Пока. Пока.